Какие 5 секунд вашей жизни длились целую вечность? В конце 80-х, когда я только вступил в подростковый возраст, нам с другом стало интересно, что произойдет, если вдохнуть газ, используемый для горелок Бунзена, в школе. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это. В общем, я решил попробовать первым и сделал пару вдохов. У меня закружилась голова, затем мой друг посмотрел на меня и спросил: «Ты в порядке?» Я чувствовал себя хорошо, у меня кружилась голова, и я улыбался. Я попытался ответить ему, но как только я открыл рот, я услышал тихое тиканье, как от часов. Затем мне показалось, что все вокруг немного изменилось. Я растерялся на секунду, затем мой друг посмотрел на меня и спросил: «Ты в порядке?» Я не ответил ему в первый раз, поэтому, конечно же, я попытался ответить ему, после чего я услышал тиканье, затем все снова изменилось. Только на этот раз я заметил перемену. Казалось, будто моя голова вернулась в положение, в котором была 3 секунды назад. Я сидел в полной...